Итак, парни, всем здорово. Играем сегодня в дотку. Патч 7.33 вышел буквально часов 5-6 назад. Я в этот момент стримил. Плюс после этого записал парочку видосов на канал в формате шортс. Но толком так-то я в игру и не поиграл. Была только одна катка на квапе, которую я выиграл. И, в принципе, все. То есть, он ли на квапе сыграл, и все. Сейчас стартанем next. Я не знаю, на какой роли играть, не знаю, на какой линии играть. Ваша очередь запрещать героя. Здорово, парня. Осталось 5 секунд. Так, если... Здорово. Чё, как вам патч? Так, ничего вроде. Мне прям зашел. О, здорово, здорово! Так, ладно, короче. Хуй знает, первая катка. У меня вторая, блин, так-то вообще тема. Да, сейчас заебись. Серьёзно. Пока непривычно только. Ну, непривычно, это понятно. Так, на ком сыграть даже не знаю. Может, на медовой легионке? Ты фармишь? Дэнь тебе. Чё? Шейкер. А, так тинкера. Тинкера оставили, лол. Лол, оставили тинкера. Ну, я... Я думаю, что здесь выбор очевиден, если тинкер не в бане. Берем тинкера, тинкероса. А чё, у меня маски нет на него? Блин, у меня маски на него нет. Чё, ну я ладно. Я что-то даже патч не читал. В двух словах. А ты сейчас карту увидишь, охуеешь. Вот, в двух словах, если. Да я поменял все. Короче, смотрите, совет дам. Вот вы стоите на линиях, там сбоку у вас есть цветы. Собирайте их. Они очень много регенят. Пока мало кто знает, короче, но типа их собираешь и в халявный реген. Там такой унитаз стоит, сейчас я пикну. Этот лото, что ли, нахуй? Да, вот эта хуйня, вот она. Они же стакаются. Да, да, они стакаются, типа забирайте их. Нихуя, подожди, в смысле, а чё, Роша по углам теперь? Он, короче, днем он снизу. Да, днем он снизу, ночью он сверху. И когда он типа снизу, он дропает, по-моему, шарт. А когда сверху, рефрешер типа дропает. Либо наоборот, не помню точно. Да, телепорт вообще кайф. Не-не-не-не, типа, смотри, снизу. Он дропает only shard, а здесь он дропает only refresh. Такая тема. Ну, со второго рошана, по-моему, падает сыр. Да, со второго сыра. Ну, там, короче, точно не помню, типа, то ли с третьего, может, ну, короче, хуй знает. Похер. А еще босс новый появился. А это руна на 7-й минуте только будет. Начинается. Так, парни, короче, играем на тинкере. Типы вроде пались адекватные. Надеюсь, что гореть не будем. Ну, типа, все же понимают, что патч только-только вышел. Поэтому я себе варды, кстати, не принес. Ошибка. И крипов не стал стопить. У меня клинкс против меня стоит. Кстати, герой сейчас довольно сильный. Его очень хорошо реворкнули. Типа феррика, понял? Бесплатно. Блин. Порды бесплатные есть. Мне очень важно добивать крипов, но я этого не делаю. Можешь воду захватить. Лазер на ренжа оставляю всегда. Там быстро. Нет, ты не захватил. Что, блядь, ты сделал? Так, надо сейчас дотерпеть до ботлика, а потом уже можно поиграть в доту. Но пока у нас все хорошо. Мы забрали у него ренджа, донали своего. В принципе, все очень даже хорошо. Сейчас надо еще вот так сделать. И все, и живем. Ну, тинкера, насколько... Я не смотрел, кстати, тинкера, ослабили его или нет. Плюс 15. Ну, я выходил сегодня, прям так жаришка есть определенная. У меня тоже солнце вроде есть, а блядь, ветер такой. Не, у меня ветра нет. Ай, блин, задонайл.
Че этот лотос как часто появляется? Ой, я не знаю. Где он, я вообще проебал? Слушайте, Клинкс так сильно бьет, вообще неприятно. Теперь крипов там ебать сколько много. А тут в лес пиздец можно идти. Но. Трей, что ли, смотрел обзор? Смотрю, блять, за Акса играет, сука. Да, я мой опять заденайл. Неприятно. Сам посмотрю уж. Да я, не, я вот так же, я карту погоди. Так, давайте C клетки перекладывать, чтоб маны больше восполнять. Нормально разменялись. Нормально. В принципе, если мы его сейчас прохарасим, можно, кстати, и убить, на самом деле. Это там не бесконечно, а поштучно. Ну-ну. Я и думал, в прошлой игре, блять, манго взять не могу, нахуй, только через полторы минуты. Да, расходники сейчас, этот, не вечные. Это на самом деле обидно. Ну, трубача похер, типа, это вот в обычной катке плохо. Так, блинк сразу затарим. Только я не понимаю, как нейтральные предметы там что-то, блядь. А там, короче, падает такая монетка, ты на нее нажимаешь и выбираешь любой предмет, и все. По тирам, типа, тир 1 монетка, тир 2 монетка. Он на базу тэпается, и все вроде. И там опять монетка появляется. Ну, вроде как. Другие не могут взять его, получается. Ну, там монетку они возьмут и что-то выберут уже свое. Ну, я могу ошибаться, типа. Сам предмет уже выкинул. Я хз, парни, клинкза не вижу, если что. Сейчас посмотрим, поиграем, посмотрим. Мне тоже интересно. Клинкс у нас был. Не, вот он, здесь. А он умер? А, не понял. Дай ему фиссуру, дай фиссуру, брат. На вижн попадется, я его, в принципе, убиваю. Но он не попадет, скорее всего. А, но ХП теперь забирает. А, ну да, он же так и делал, лол. Я что-то уже это, все. Блин, такие ХП-бары некрасивые, на самом деле. О, боже. Какой дикий спам от парней. Еще жесть. Мисс, конечно. Я умер. Дай топор, 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 топор. Бля, сколько бежать до него? Гир, ловим. Надо. Бля, я не вкачал в двойку. КГ. Шо? Сейчас экспо не получу за двух хрипов. Супер обидно. Или получу. Обычный ТП нажму. Ладно, хотя бы за одного. У нас нет ни зевса, ни фантомки, или что. Клинкс туда-сюда что-то бегает, я хз. Вашу верхнюю башню атакуют. I should say so. This will come near handy. Блин, ну я бы хотел Линк сначала взять, а потом уже что-то делать на карте. Плюс надо экспиться как-то. Получать уровень. Я же выживу? Да. Так, это я все продаю. Беру сразу Шиву в затар. И го в топ. С пушем у меня, на змейке есть. А, подожди, а за что мне топор дали? Прыгай сразу. Пиздец, он в новом вижене был, ты видел? Дайте я вот попою немного. Мы укрепили свои сооружения. Так, ладно. Клинкс фри фарм, плохо. Нижняя башня противника разрушена. Пать, куда идти ты на? Я в топ лечу еще раз. Ладно, не лечу. О, пошли, пошли, шаман, телепорт. Телепорт где-то. Давай, давай, давай.
Бля, телепорты прикольные, хуй. Да, да, вообще 3 секунды, когда там. Я лечу. Мы идем. Сейчас я приду сразу. Че, мы куда идем-то, блядь, тут кто-то есть? Да, тут есть все. Давайте, инициация, где? Оп. Я в КД-то пол. Блять, а где вот это... Давай спушим сразу. Тут какая-то хуйня есть с опытом. Руна какая-то. Она, вот, она вон там, вон там, вон там. Сейчас я заберу. А, ничего. О, тут баран бегает какой-то, кабан. Давай. Есть хелп? Сейчас полечу, 5 сек. Ай, бля. Хуя, нет, все. Блять, запиздили толпой. Там все, там не надо туда лететь. Ладно. Боже, как сложно. Бля, когда на фиссуре было, не успел. Бля, клинт вообще поменяли его жестко. Да, там 10, у него 10 кнопок, если еще, когда у него все шмотки. Так, ладно, я хочу мид дальше лететь. Блин. А. Есть ТП в мид? 10 хп фантомка, пиздец. Не-не, там уже похуй, не надо, мне кажется. Ладно, антимаг фармит, в принципе, ничего страшного не происходит, все нормально. А, вы еще... Смотрите, короче, тема. Вот сюда смотрите, парни. Тут видите проход? Вот, короче, сюда мы можем ходить, а противники нет. Такая тема. Пиздец. Блядь, что происходит, а? Это же Dota 3 какая-то, блядь. Так, мне нужно найти место, где я мог бы пофармить. Вообще, в идеале, конечно, бы убивать. Но, походу, придется чисто фармить. Но сейчас лес, чекайте лес, блядь, всем хватит, короче. Пиздец, блядь, это наша территория или нет? Это все наше, по идее. Так, ты используй эту монетку, от которую ты выкинул. Ты можешь предмет из нее выбрать. А, бара в топ полетел, аккуратно, шейкер на тебя, походу. О, у меня еще одна есть, надо? Я под башней постою, здесь желающий подойти. Сейчас приду. Или чё? Я скинул монетку. Я сдох, походу. Пиздец, меня пашка словила, пока я ТП делал. Ладно, ладно. Найс. Так, чё мы хотим? Может, философер взять? Вашу верхнюю башню атакуют. Меня пролетит. Бэм. Давайте философию возьмем пока. Ваша пока что. Башня разрушена. Мразь, блядь. Найс. Девса тут найти, где. Кстати, да, вот тут, короче, еще. Вот тут есть босс. Он ресается после 20-й. И он дает шард. А, там шард, ну. А он что, сильный? Не, там хуйня. Там любой кор соло его убивает. Ты можешь их, типа, нажимать на них и взять себе шмотку. А я уже... Ой. Чё надо? Старые шмотки добавили, охуеть. А потом поебнем. Можно? По крайней мере, я не против. Давай, я сейчас прыгну, я прыгну. Слежу. Но я сдох. Ай, мразь, всю ману всосал. Бля, он постоянно бегает под нами, короче, как мне кажется, и ловит момент. Это плохо. Это что за пиздец? Мне нормально. Бэкайтесь просто. Ааа, блядь, мрази. Блин, ну антимага что-то мало как-то в турбаче, не?
У него нетворца, мне кажется, меньше, чем у меня. А, он 0.3. АМ, ты под это на ловкость переключи. У тебя они на силе стоят. Не, это интеллект, брат. О, хорош. Ты вот эту хуйню активирует, наша? Нет? Они в миду, да? Бля, они в миду. Вашу центральную башню атакуют. Да, но пока с таким уровнем вообще супер слабо сжигается. Да, игру он сейчас вообще повсюду. С таким уровнем кинкера вообще слабо лес фармится, если честно. Мне будет нужно... Да, я забрал. Нужен ультимейт в 3, плюс... Их что-то на карте не видно, мне это не нравится. Они, может, Ашана забирают? Может. Их прям вообще не видно. Шуманчик поставишь? О, блядь, у меня что-то с нахуй с интернетом. Чё? Поставишь это? Брат, вижу. Борды. Так чё, пожару нет. На мне, Клинкс, я сдох. Рано ультанул. ГГ. Блять, он просто... Игры, он постоянно бегает под нами просто и ловит. Это супер плохо. Number Vision какой-то, парни. В лесочке. Блять, сейчас, нахуй, деньги не резервы. Кстати, да, не, понимаю. Короче, я сегодня баг словил. У меня Рики достами, типа, не просвечивался, только гемом. Вашу центральную башню от... Так это там же сейчас досты такая тучка. Да, типа, но его прям вообще никак нельзя было поймать. У меня это прям в этом было. В лобби. Нормально, сейчас будут баги всякие. Ну да. Че, поймаем? Игра же в бете. Не, хп-бары мне эти вообще не нравятся. Они какие-то прям, честно говоря, убогие. Тут все, пацаны, можно систи мид нахуй. Да надо бы. Ну тут сейчас файт будет, парни. Там кто-то телепортируется. Посадили. Убил нахуй. Бля, макро ебаный. Ой. На сама себя убил. Какая-то хуйня вообще происходит. Так, нет, я отхожу. У меня очень плохо здесь. Там этот чел... Я отошел, парни, если что. У меня прям все плохо. Ой, хорош. Сейчас сносите Т1, Т2. Вот Т2 сносите, и хорошо будет. Так, ну все, в принципе, я уже могу играть в доту с таким билдом. Ташкаю сейчас взять надо. О, там три лотуса. Силы света укрепили свои сооружения. Плохо, что... Вот сейчас, вот в такую доту с таким количеством крипов один кайф вообще играть на тинкере на самом деле. Хоть я не игрок на этом героя, но даже мне типа кайфово. Так, это надо юзнуть. А я жетоны скидываю, вы можете их брать? Да-да-да, все могут. Не, философия мне здесь больше нравится. Что это? Так, это я вот так меняю, это я продаю. Долго постоял на базе АФК, ну ладно. Гопашку. Найс. Отлично. Тупо развалили типочков. А сейчас я думаю взять хекс. Сейчас он сверху.
Через 3 минуты будет снизу. Бля, пошли наверх. За 3 минуты еще можно пофармить. Сука. Шаман, сейчас на тебя полечу. Блять. Не, пиздец. Ну ебать, ну клинкс это, конечно, пизда. БКБ теперь. А что за БКБ? БКБ, короче, там нужно смотреть, там не объяснишь. Да. Бля, есть там смысл его покупать? Есть. Это лучше, чем раньше. Столько же живут или нет? Вроде да. Вроде да, знаю. Вроде да. Да, это проблема, клинкс этот. Шана-то не будем. Блин, а неужели ни одной шмотки нормально нет? Ну да, он наверху пока. Можно, там да, через телепорт давайте. Давайте Magic Damage что этот возьмем, потому что, ну, фул говно у меня какое-то. Ой, я вниз хотел, и на Акса полетел. Клинкс тоже сюда бежит. Тут Клинкс. Забираешь это. Они знают, мне кажется, они идут к вам. Я пока бэкнусь ненадолго, чтобы зарефилить ресы. Я бот пока отпушу. Хорошо. Если что, кричите. Они без дипса, если что. А, молодцы. Ага. Я сдох, походу. Да. Двое в боте, можете снести топ, в принципе. Давай спушим. Шаман, дай ману. Так, ракетки оглушают. 80 клазер. Ну тут ракетки, очевидно, всегда. Плюс есть хекс. У меня хекс есть. Надо егис реализовать. Да, игры сейчас в топе можно поиграть. Пойдем, они меня не убьют. Может линзу взять? А линзу сейчас какой смысл? Она в Октарине переделывается. Да, и в принципе Октарин такой себе сейчас предмет. Вот догон. Догон сейчас предмет сильный, потому что он тебя вампирит хорошенько. И вот догончик я бы взял от Тинкера. Да? Да. Я у них тут как партизан уже. Сзади фантомка, парни, аккуратно. Можете зафокусить ее, она одна. Пошли заберем ее. А, давай убьем, давай. Все, на вашу. Молодцы. Байбек. Аегис. Я сейчас прилечу, 8 секунд, парни. Поживите. Я что-то путаюсь в кнопках немного. Почему у меня... Что-то у меня с блинком не то, у меня не кдэшится. Он прям так кдэшится? То есть я его больше... Ну нормально, что я могу сказать.
Ну, в принципе, неплохая драка получилась. Так, это я что собираю? Догон, да? Кстати, сейчас, когда догон юзаешь, он тебя регенит, если что. Чего? Заебался своими новостями, сука. Так, а ебать, ну а что, надо узнавать же. Там Леонид варды ломает. Плохой Леонид. Мразь. Заебал. Фантомка внизу. Пускай меня бьют. Пускай пошли ломать. Антимаг, могу в тебя полететь. Да мы с антимагом потрогаем. Блять, у меня три шмотки третьего тира, господи. Бежим, 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 бежим. Таймлесс релик. Ааа, ладно, надо играть. А, то есть, когда меня бьют, я все равно его не могу зарярмить, это же пиздец. Да, я только сейчас понял, как это работает. Матрица тоже не работает теперь. Все, хватит себе. Ну все равно тинкер сильный, типа, я вот не игрок на тинке, а тинкой получается играть. Не-не-не, матрица работает. Матрица работает, урон. Да-да-да. Так тебя ударили, она вроде как считается. Да, она же все равно считается вроде, не? Сейчас пофиксили уже эту хуйню. Так, хочу ли я Bloodstone себе взять? Мне кажется, раз я взял догон, то в принципе нет. Я ролик Лэнса смотрел, он с матрицей прыгал, ему ничего не сбивало. Да? А, ну ладно, нормально тогда. БКБ, думаю, взять. Верхнюю башню. Бля, пойдем? Надо можно в Леона, можно в Леона. Бля, клинца пока нет. No vision. Бля, я тавер сдох. Ну такая катка, типа, лайтовая. Нормально, найс. Всем за игру, парни, всем пока. Ну, какая-то вот такая карточка на тинкере. Спасибо. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь. Всем пока.